цього разу нам дозволили зазирнути за лаштунки експозиції, а також поділилися секретами догляду за акваріумом. Ми зараз будемо чистити ґрунт з допомогою сифона. Сифонка ґрунту відбувається з цілею убрати з ґрунту продукти життєдіяльності риб, продукти розпаду рослин живих, якщо вони є, а также убрать излишки кормов, которые остаются в аквариуме. В природе этот процесс не нужен. В природе огромные объемы, плюс много рыб, донщиков и прочих, которые подъедают. И в природе опять-таки вот, течения, они приносят новую воду, уносят свежую воду, то есть постоянные дожди. Вода обновляется сама по себе, а в аквариуме она застаивается. Під час цього важливого процесу виловлювати рибок з акваріуму зовсім не потрібно. Риба сама перепливе у безпечне місце, тож ви не зможете її травмувати. Нужно понимать, что грунт мы чистим по всей площади аквариума. После того, как мы почистили грунт по всей площади аквариума, мы берем губку, промываем губкой стекла. Если нужно, если есть в аквариуме декорация искусственная, то декорацию искусственную можно достать и можно тоже промыть. Но это не обязательно, потому что сейчас во многих аквариумах приветствуется природное образование водорослей. Считается это нормальным и естественным. Вот эта рыба, манагуанская цихрида, она вот сама себе делает интерьер в аквариуме. Она себе вырыла ямку посреди аквариума. Между прочим, это пара. И очень в скором будущем мы ожидаем прямо в этой ямке кладку икры. Ця місія виконана, і можна озирнутися і розгледіти все навколо. Тим часом тут кипить життя. Справа у нас знаходяться стелажі з нашої так називаємої риборозводні. В цих стелажах стоять акваріуми, де ми розводимо рибу, а також карантинуємо свіжоприбувшу. В цих же акваріумах у нас риба проходить стадії від ікри до малька и в скорости до рыб-подростков, которые уже можно выпускать на экспозицию. Также с этого внутреннего коридора, который не видно посетителям, проходит обслуживание аквариумов, проходит чистка аквариума, подсаживание декорации, смена освещения, все, чтобы это не было видно людям, а были доступны только чистые и красивые аквариумы. За лаштунками выставки не меньше цікавинок, ніж на самій експозиції. На нашей рыборазводне также содержатся и некоторые лягушки у нас, улитки, ахатины, черепашки. Все, что пока недоступно для просмотра посетителям, оно скрыто. Вот в этих аквариумах вы можете посмотреть, у нас рыба, которая подготавливается к нелюсти. Значит, здесь сидят исключительно самцы. Здесь, в этом аквариуме, исключительно самочки. Это делается для того, чтобы самки смогли нагулять икру без самцов. Вот. А самцы в это время без самок набрали достаточно половых продуктов, необходимых для будущего нереста. Аквариум – ціла екосистема. Маленька частина і модель неосяжного світового океану. Але для її існування необхідні людська увага і ретельний догляд.